12 августа состоялось торжественное открытие сервисной станции «Витебск-Трак-Сити» на базе транспортной компании «Общество с ограниченной ответственностью» «Каргалайн». Выбор данной транспортной компании не случайен, а закономерен, так как многие хорошо знают, что транспортная компания «Каргалайн» почти 15 лет занимается перевозкой срочных скоропортящихся грузов, и особое внимание всегда уделяется соблюдению температурных режимов и сроков доставки груза. Поэтому открытие сервисной станции «Витебск-Трак-Сити» на базе транспортной компании «Каргалайн» стало еще одним гарантом качества выполняемой миссии «Всегда свежие продукты со всего мира». Сегодня наша компания «Каргалайн» открывает свой новый офис и на его базе сервисную станцию «Витебск-Трак-Сити» для всех желающих юридических лиц. Мы рады этому дню, мы долго к нему шли. В мае 2015 года мы начали стройку и практически через год ее закончили. Спасибо руководству области и района за оказанную поддержку и помощь. Мы благодарны ответственной работе исполнительной власти за то, что они поддерживали и во всем помогали. В соответствии с программой будущего развития городов, сервисная станция «Витебск-Трак-Сити» расположена за чертой города на пересечении транспортных международных маршрутов. Трасса Е95 Санкт-Петербург-Одесса, Р21 Витебск-Смоленск, транспортное кольцо для транзитных грузовых автомобилей вокруг Витебска. Такое расположение в центре транспортных потоков очень удобно нашим клиентам для подъезда на автомойку, обслуживания, ремонт грузовых автомобилей. Сейчас, начиная работу, наше предприятие имеет высокотехнологичное диагностическое ремонтное оборудование и инструменты, что еще важнее, подготовленных механиков. Механики наши прошли обучение различных уровней в учебных центрах «Вольво», «Шмидтс», «Термокинг» и других производителей автотехники. Необходимо постоянно обучаться и быть впереди вот этих идущих вперед технологий. Я считаю, что мы соответствуем этому требованию и готовы произвести диагностику и ремонт любого транспортного средства. Если нам на сервисе через 5 залетит транспортный дрон, то я думаю, что мы его обслужим, отремонтируем, и он улетит. Еще на стадии проектирования сервисная станция «Витебск-Трак-Сити» соответствовала всем требованиям и условиям, необходимым для ремонта большегрузных автомобилей и прицепов ведущих мировых производителей. ООО «Витебск-Трак-Сити» осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт тягачей, полуприцепов, транспортных и холодильных установок. Наши высококвалифицированные специалисты на современном оборудовании выполнят ремонт любой сложности в кратчайшие сроки. Мы являемся сервисным партнером «Шмидтс», «Термокинг», «БПВ» Витебской области. Будем рады вам в нашем сервисном центре ООО «Витебск-Трак-Сити». Праздничное поздравление от руководства общества с ограниченной ответственностью «Каргалайн» получили водители, которые проработали на предприятии с момента основания и прошли этот долгий путь с компанией. Затем для всех гостей была организована экскурсия по комплексу, показательное выступление водителей на тягачах. Все гости тепло принимали участников группы «Jazz City Band». Теплая и дружественная атмосфера праздника дала добрый старт работе сервисной станции «Витебск-Трак-Сити». Четвертого августа фирменный салон «Керамин» в городе Витебске открыл свои двери для покупателей после реконструкции. Торговый дом «Керамин Двина» в этом году празднует свое десятилетие успешной работы как с розничными покупателями, так и с юридическими лицами. Обновленный стильный салон не оставит равнодушными ценителей красоты и дизайна. Оригинальные живые интерьеры, выполненные в духе последних тенденций керамической моды, послужат источником вдохновения для всех, кто хочет привнести в свой дом уют и изысканность. Сегодня мы, наконец, открываем после реконструкции наш магазин. Приглашаем всех жителей Витебска посетить наш магазин, сделать покупки. Мы даем человеку возможность увидеть, как это будет у него в квартире, как это будет у него в ванной, как это будет в санузле, как это будет на кухне. Практически мы стараемся приблизить наши размеры наших интерьеров к стандартным сегодняшним квартирам, которые у нас строятся. И поэтому человеку очень удобно, он приходит, он выбирает то, что ему нравится, говорит, хочу вот так же, ему не надо ничего придумывать.
Ну, естественно, что одно из преимуществ покупки в наших салонах – это то, что мы каждому покупателю даем интерьерное решение, дизайн-проект. То есть, ну, практически там высчитывается количество, там высчитывается количество декоров, там выдается в 3D дизайн-проект. То есть плиточнику остается повесить на стенку и ничего не испортить. Действительно, в Керамин вы сможете увидеть примеры применения керамической плитки в ванных комнатах, санузлах, кухнях, прихожих, гостиных, террасах. Абсолютно бесплатно опытный дизайнер разработает для вас 3D-дизайн-проект с любой понравившейся коллекцией. По размерам, предоставленным покупателям, создается трехмерная модель помещения, на стенах которого вы можете увидеть различные варианты укладки плитки, а также расставить в комнате сантехнику и мебель. Кстати, открытое акционерное общество «Керамин» – единственный в Беларуси производитель санитарной керамики. В Витебском салоне в наличии весь модельный ряд унитазов-компактов, умывальников, пьедесталов, писсуаров, биде. Вы можете подобрать напольный, консольный или даже детский унитаз. Умывальники с пьедесталами и полупьедесталами, мебельные умывальники любых форм и размеров в нескольких цветовых решениях помогут воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею. В Витебске представлен керамический кирпич, более 100 коллекций керамической плитки глазурованного и неглазурованного керамогранита. В том числе коллекции, при производстве которых используется антибактериальная технология «Микробан», которая позволяет содержать ваш дом в чистоте и безопасности. В салоне «Керамин» вы можете приобрести все, что вам понадобится для ремонта. Сухие строительные смеси, фуги, грунтовки, герметики, люки и многое другое. Функциональная мебель и стильные аксессуары помогут придать интерьеру законченный вид. Совершить покупки вы можете не только в салоне, но и в интернет-магазине www.keramin.by. Чтобы родители могли спокойно сделать выбор в пользу той или иной коллекции, в магазине предусмотрен детский уголок. Забрать покупки вы можете на складе, который находится недалеко от салона, или заказать услугу доставки. Покупатели приятно порадуют акции и скидки в фирменном салоне «Керамин». Например, всех новоселов ждет скидка 7%, а в августе рассрочка по карте «Халва» предоставляется на 10 месяцев. В конечном итоге получился новый обновленный магазин, который уже действительно можно назвать именно салон-магазин. В первую очередь приглашаю посетить наш торговый объект. Вы будете приятно удивлены обновленными интерьерами и что-то для себя возьмете положительное в отделке помещений. Теплая атмосфера обновленного салона, индивидуальный подход к каждому клиенту сделают процесс покупки максимально комфортным. А оригинальный дизайн и эстетическое оформление подарит покупателям вдохновение для реализации смелых и неповторимых идей.